Проект «Напролом» – реалити-шоу, где все по-настоящему. Самый крутой реалити-сериал о единоборствах, где участники сквозь боль, пот и кровь идут к своей цели. Кто-то ломается на тернистой дороге, а другие показывают характер, сжав зубы, идут вперед. Условия комфорта минимальны. Это не для каждого. Здесь жесткие тяжелые тренировки на износ. Вкус победы, горечь и разочарование. Воля и характер, жажда к цели. Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новых серий. В этом реалити может принять участие каждый. Ссылки в описании. Это первая, которую я заметил, именно русскую. Думал, что сотрясение мозга. Как тебя зовут? Яна. Яна, вот будем за Яной тоже следить. Решать, делать, что-то решать. Ты беден, ебеден, то он два раза беднее. Это тебе подгон от пацанов Бушечка, конечно, но... Боец, тебе знакомо чувство усталости? Ты хочешь быть лучше? Электролиты концепции тайского бокса выведут твою выносливость на новый уровень, а также тайский спортивный бальзам помогут быть максимально продуктивным как на тренировке, так и в бою. Лучшие продукты для спортсменов из Таиланда, о которых вы не знали, в магазине abcshop.su. В общем, у нас сегодня первая тренировочка с народом. Смотрите, сколько народа, много людей. То есть, относительно, видите, там кто-то занимается, здесь кто-то разминается. И, в общем-то, мы посмотрим, как это происходит. То есть, как спарринги здесь происходят, какая отработка техники. Вон парень на лесенке делает свою задачу. Короче, посмотрим, как здесь все устроено в плане тренировки. Вон пацаны спаррингуются. Меня еще пока туда не пускают. Здесь в IKEA познакомились. Короче, все мне показал, рассказал. Такое именно. Рассказал, допустим, как вести себя там в каких-то разных коллективах. Да, ну, везде нужно чему-то учиться, да. Хотел тебя спросить по поводу того, как долго ты здесь занимаешься в IKEA? Давай станем так на фоне АК. Наверное, полтора месяца. Ага. И что, ну, чувствуется вообще повышение? Ты до этого занимался? Скорость, наверное, увеличивается. Дыхание лучше становится, тело адаптируется к обстановке. Планируешь выступать? Планирую, наверное, через месяц, чисто по муай-тай, наверное. Ага. На первое время чисто хочу в режим зайти, а потом уже посмотрим. А как вообще пришел к боевому спорту? Вот у нас на канале каждый по-разному пришел к боевому спорту. У тебя как это произошло? Наверное, любой, кто родился в постсоветском пространстве, должен чуть-чуть знать о боевых единоборствах. Ты как там где-то, наверное, ВКонтакте я прочитал, ты можешь любить драться, можешь не любить драться, но ты должен уметь хотя бы чуть-чуть что-то сделать. Нормально. Я видел, сегодня ты не только мне подсказывал, ты многим пацанам помогал, подсказывал. Это, ну, достаточно хорошо со стороны смотрелось. То есть ты не безразличный парень. Так, ну, здесь можно так, здесь можно так. Я люблю, когда люди не безразлично относятся друг к другу. Все, спасибо тебе, будем тебя видеть еще в шоу. Все, да. Я буду здесь тренироваться, и поэтому... И будем с тобой, наверное, еще тренироваться, спарринговать. Камера отличная, конечно. Что, что? Камера отличная. Чувак, это очень хорошая камера. Это в таком размере, ну, реально, наверное, самая лучшая. Я снимаю, я даже себя вижу. Да, конечно, видишь, я же тебя снимаю. Все, ребятки, прошла первая тренировка в IKEA. Мне понравилось лично. 9 тренировок здесь работает. Обычно там не больше 3 всегда работает. Еще самое главное, не только некоторым лапы держат, а всем лапы держат. Мне сегодня лапы держали в первый раз. Да. Ну, вообще тренера очень никакой внимательны. Никакой сегрегации нет. Ну, раз мы уже тут, давайте посмотрим условия. Окей, Таиланд, мужская. Смотрим, значит. Тут туалет, душевые, умывальнички. Ну, все хорошо. Реально все хорошо. Так, все, едем на тренировочку, да, раз.
мой боевой конь. Но очень мощный, комфортный мопед, как самолет. Очень комфортно, очень круто. Сейчас покажу со стороны. Вот такой вот малыш. Так что сегодня наш путь на тренировочку будет супер замечательным и супер кайфовым. Подъехал я на байке, на моем вот этом коне, как и мечтал. На здоровом черном байке подъехал к Икее. Вот наша Икея крутая. И это свидетельствует о том, что если визуализируешь и стараешься для чего-то, то это обязательно получается. Буквально месяц назад, немножко меньше, я не имел, короче, возможности вообще передвигаться и не имел зала, пытался найти хоть какой-то зал традиционный для того, чтобы тренироваться. А теперь я в лучшем зале в Таиланде. Так что так, ребятки, не стесняйтесь мечтать. Вот такая статуя, хлопцы дерутся. А тренировочка уже началась, я сегодня опаздывающий. Знаете, что я вам хочу сказать? Мне не стыдно. Правда, вообще абсолютно не стыдно. Вот это наши тренера, видите, их много. Меня ударил тренер, самый большой тяжеловес. Их много, они все тренируют нашу большую группу. И девчоночки тренируются, видите. Итма, расскажи, так у тебя бой, да? Какого числа? 23. 23, вообще неизвестно, какой стадион, да? Неизвестно. А какой вес? 8-7.
Oh!
Пацаны мне жестко накостыляли, но вообще было спать даже плохо, башка болела. Думал, что сотрясение мозга, потому что даже немножко тошнило. Но потом на следующее утро все стало замечательно снова. Я проснулся, как заново родился, и вот я снова на тренировочке в ИКЕА. Народу сегодня много, реально много. Поэтому будем работать над собой. Смотрю, что мой отстающий удар – это удар коленом. Поэтому сейчас его практикую много. Lean back, drop, lift,
легче? И уже легче в спаррингах. О, Исма, как поживаешь, как сегодня денёчек? Отлично. Да? Не устал? Он же к бою готовится, я уже говорил в том выпуске. Не устал? Нет, пойдет, так. Нормально. Ну, у нас тренировочка еще продолжается, поэтому будем на связи. Но чувствую себя уже лучше. Смотрите, вот это таец нереальный. Бам, 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 бам. Хороший. И это он уже уставший очень. А вот этот парень бодибилдер. Ну, типа, как приехал, насколько я понял, и так как Таиланд родина муай-тай, он как спортсмен активный, часто так бывает. Приехал и думает, займусь я муай-тай. И вот практикуется. То есть, помимо того, что у него будет прикольное тело внешне, он еще хочет добиться функциональности, и это очень правильно. Потому что бесфункциональное, просто красивое тело, это не по-мужски, мне кажется. Типа, если у тебя есть мышцы, то это ты должен их оправдывать. Это имхо. Тренер лапы держит. Надо подтягивать ручки. Что я подумал очень важно в руках, это сила, скорость. Ну, то есть сила не то, что ты каждый раз изо всей силы бьешь, а просто ты учишься так по техничке бить, чтобы каждый ударчик был такой пух-пух-пух, вообще неприятный. Скорость, даже может важнее скорость на первом месте, потому что противник и сам может налететь на твою быструю руку и нокаутироваться, поэтому и ты ему можешь нокаутировать, поэтому скорость на первом месте. И третье, это момент, уличить момент, когда его ударить. В принципе, по большому счету, два человека против друг друга не очень много драки могут придумать. Все это уже придумано, есть тактики, есть защита от всего. Просто нужно уметь правильно расставить приоритеты в том, когда ты учишься. И вот многие тайцы неправильно расставляют приоритеты, они, допустим, на силу там. Он бьет 30 дней, блин, один удар, хай-кик этот, или мидл-кик, грушу. Ну да, типа, у него круто получается этот мидл-кик. Но он вообще там очень мало внимания обращает на другое и за счет этого проигрывает. Это мое мнение. Сейчас я, допустим, иду на принцип. Я не то чтобы буду как комбинации бить какие-то определенные. Я буду просто бить. И принцип будет в том, чтобы бить быстро, но при этом достаточно мощно. Вот такой вот у меня раунд. А ты подписался на канал? Если нет, срочно подпишись и нажми на колокольчик, ведь раз в неделю выходит серия проекта «Напролом», а также «Обучалка». Только качественный и авторский контент на этом канале. Подписавшись, не пожалеешь. Просто первая, которую я заметил, именно русскую. Как ты пришла к этому, что ты пришла именно в тайский зал? Слушай, я и по себе занималась именно тайским боксом. Именно тайским боксом? Да. Понятно. А этот, а почему ты выбрала именно экей? Тут же есть тайгер, тут есть... Я была в тайгере, мне как-то не нравится там атмосфера. А что там, ну, как бы не так? Лучше, чем... Такая более тропическая тема и... То есть здесь больше на открытом воздухе, да? А знаком тебе такой клуб, как Dragon, Top Team? Нет. Я была здесь только тайгером. Понял. А какие у тебя планы вообще тренировочные? Ну, то есть ты как бы планируешь драться в дальнейшем, либо ты просто для себя на отдыхе это делаешь? Я и в Москве, в принципе, занимаюсь, но больше степени мне для настроения. А, то есть для тела? А? Ну, для тела, для пластики. Ну, а смотри, а почему ты тогда не выбрала, допустим, гимнастику, акробатику, то есть я бокс же он жесткий? Ага, все, я понял. Как тебя зовут? Яна. Яна, вот будем за Яной тоже следить. У нас просто тут шоу «Напролом» про парня, который тренируется в разных залах и дерется на, ну, на тайском ринге. И как бы мы параллельно цепляем еще многих людей, кто занимается, зачем занимается, то есть для того, чтобы как бы популяризировать в целом культуру тайского бокса. Яна. Да. Вот знакомьтесь, Яна. Давай руку, чтобы как бы зритель тоже вот познакомился. Раз. Чик, он как бы почувствует близость. Только, может быть, у них татух нет на руках. В общем, спасибо тебе, увидимся еще. Комфортное место для того, чтобы сесть. И цены, я вам скажу, ну, как сказать, не как в магазине, но при этом довольно-таки нормальные. Кое-что я здесь покупаю. Вот пью электролитик концепции муай-тай вместе с вот этой супергазированной водичкой.
Никитос, здорово. Здорово. Как дела? Нормально, у тебя как? Спасибо, все хорошо. Кофеечек пьешь? Да, да. Будешь? Нет, спасибо, ничего себе. Никитос тут кофеечком угощает. Ты, походу, на баблишко разжился. Ну так, немножко. Кстати, вы там писали в комментариях, что вот он занялся то бикапом, то этим, то еще чем-то. Но, пацаны, блин, ну дела, короче, на самом деле налаживаются в плане бизнеса. Так что не смейтесь. Ну, я вам не какой-то чувак, который там, блин, за все берется, ничего у него не получается. Все получится, еще и вас накормлю. Ничего себе, красавчик, Никитос, ну ты не забывай тогда про меня. Когда чувак, станешь конечно. Миллионером, да это, заезжай с тёлками. Да, я сегодня, знаешь, решил, короче, немножко побаловать себя. Смотри, видишь, какой пальчик взял здоровый? PSX? Да. Пойдем покажем. Они пойдем посмотрим. Вообще, на самом деле, на месяц позволить себе пока не могу. Но я считаю, что человек вообще, если он, допустим, говорит, я беден, то он в два раза беднее. И поэтому я так взял, ну что, он там в два раза на сутки дороже стоит, там, даже не в два, а получается так стоит 200, а этот я нашел за 300. Но зато он как корабль, ты едешь вообще. Ну да, PSX как корабль, но ты хотел Форзу взять. А кого? Форзу хотел взять. Форза это что? Ну ты же мне говорил, что ты на Форзе должен ездить. А что такое Форза? Ну это большой байк. А, я, кстати, искал сегодня, не было. Ну так а что, что Никитос так? Просто его не было или у тебя денег не хватило? Не, ну как, типа не то, чтобы денег не хватило, на самом деле, ну 300 нормально еще. Вот, допустим, за 500 бы уже не взял. Пока что, это пока что. Красавчик Никитос. Ну видите, ребят, время идет, все меняется, Никитос становится у нас при бабле. Никитос, да. Ты знаешь, просто после последнего выпуска ребята задонатили на развитие канала. Ребят, спасибо вам большое, всем тем, кто помогает. У тебя вопрос был о бандаже и по поводу перчаток, да? Ты сказал, что у тебя ничего из этого нету, а в Аке с этим напряги, да? Вообще, на самом деле, прикол в том, что, ну, типа, все в зале хорошо, прикольно, но все-таки экипировки, ну, чего нет, того нет, экипировки там реально нет, она вся лежит какая-то старая, ну, там все ребята себе покупают, как бы у меня пока что еще. Ну, короче, пацаны, в Таиланде экипировка это вам не в Украине, ну, и не в России, она намного дороже, и как бы, чтобы вы поняли, бандаж, который мы можем купить там за каких-то там 250 гривен, 500 рублей, здесь уже 1000 с чем-то, нормально. Но ты не забывай, что это твинсовский бандаж, а не пластмассовый какой-то, да? Так я всю жизнь пластмассовым нормально все. Нет, так мы всю жизнь работали в перчатках Рейбл, знаешь, но тут уже хочется фаертексики какие-то, либо йокау там. А фаертексы, кстати, жесткие. Да, жесткие, Никитос. Ну, чтобы ты жестко наказывал пацанов, вот это тебе подгон от пацанов бушечка, конечно, но а, ничего. Это старая, блин. Ну, это просто пакет, который у меня дома валялся. Вот перчаточки. Чувак, так это не то, что бушечка, это вообще круто. По сравнению с тем, что в зальчике, это не то, нифига не бушечка. Вот, будешь теперь пацанов маслать жесткими перчатками. Я вечно понял, я с ними спаррингую, это видео скоро будет спаррингом, я с ними спаррингую, у меня разлетаются эти штуки, я вечно одеваю. Вот бандаж тебе там зацепил и винтов, блин, тоже. Пацаны, спасибо вам, реально спасибо. Пока что еще донаты реально решают. Потому что на Визаранчик сейчас надо ехать на Бали. Потом, понятное же дело, жизнь, квартира. Там какие-то моменты по еде. Ну, в общем, пока что еще. Ребят, вы его не слушайте. Они не пока что, они всегда будут решать. Потому вы донатите, а мы там с ними разберемся, что делать. Деньги же лишними не бывают, вы понимаете, особенно в такие моменты. На самом деле, пацаны, вот сейчас во всем мире, ну, типа, не только в Украине, в России, во всем мире сейчас донаты – это нормальная практика. Ты можешь быть Флойдом Мейвезером, чувак может сидеть вот так вот деньги фигачить, но реально он делает контент, ну, это во всем мире так принято, и люди ему за контент платят, потому что они потребляют этот контент. Не обязательно прибедняться, но самое главное, чтобы вам было интересно, и вы хотели за это отблагодарить. Никитос. Это нормально. Расскажи по поводу комментариев, какие ты читал, какие понравились, какие не понравились. Ты по поводу того, что бедняк? Ну и до этого тоже, конечно, рассказывай. Пацаны, не понравились комментарии, короче, когда вы пишете, что вот этот бомж и так далее. Пацаны, по-разному бывает в жизни, никогда вы не знаете как. Сегодня бомж, завтра не бомж. Сегодня я бомж, завтра еще твою мамку накормлю. Так что, ну ты не этот, не выступай. Ничего себе, серьезно он тут рассказал такой.
Не, ну реально, да, бывают всякие моменты. У вас были, наверное, моменты в жизни, когда там не очень хорошо, не очень гладко. Ну, блин, самое главное не оставаться на месте, не сидеть, вот я бедный, у меня там нет денег. Решать, делать, что-то решать. Никитос, что по поводу, говорят, что ты не боец, а больше авантюрист. Кстати, ты вот говорил в прошлом выпуске, что вот Лоб сказал, что я не боец. Ну, ты же сам говорил, что ты не боец. А, смотрите, я по этому поводу тоже комментирую, Сань, смотри. Вот есть такой боец. Боец, непонятно, но боец по заслугам, ковбой Сироны, вот мне он очень нравится, мне нравится его подход к жизни. Вообще он экстремальным спортом занимается, когда нет боев, он там где-то ныряет в акваланге, на мотыках катается, в остальное время, когда бойцы в UFC все время тренируются. Но, когда у него бой, он может подраться, допустим, через неделю подраться снова. Как бы нелогично, фигово, то есть подрался, надо же как бы подготовиться, восстановиться. Мне он идет и дерется, потому что ему в кайф, и мне в кайф. А вы уже решайте, боец, не боец. Никитос, мне кажется, что это можно аргументировать следующим образом. То есть первое, это может Никитос не боец по, скажем так, по социальным меркам, но воин по духу. Ну, лично мое мнение. Получается, что дух-то у тебя воина, правильно? То есть ты выходишь реально... Так, ну, посмотрим. Уже, в принципе, посмотрели, Никитос, в первом сезоне. Да, потому я, конечно, надеюсь, что ты нам еще порадуешь нас интересным контентом, да, хорошими поединками. Я продышал 6 раундов по 6 минут каждый раунд и перерывчиком 30 секунд. Ну, проверил, типа, какой стал. Сейчас, на самом деле, времени на тренировку. Ну, типа, я тренируюсь нормально. Ну, как нормально? За это время, я за достаточно много времени был в зале 3 раза. Тренировался дома, бегал, но, короче, бегать мне вообще тяжело. Никита, стоп. Конкретно. Да. Ты неделю вот уже в зале, получается, там неделю с копейками. Ты был на тренировке всего 3 раза. Да. Хорошо, стоп. Сколько было спаррингов за эти тренировки? 3. 3 раза были спарринги. Да. Как ты себя чувствовал в спаррингах? Ну, вообще, на видео посмотрите, но вообще хорошо. Лично мое состояние, мое ощущение, еще плюс от спаррингов к спарринг переходило, было отлично. Меня монгол так ***л один. Жестко надавал тебе по колотухе? Да, он так, он как-то так, он рубит, блин, он, когда пацаны даже не сильно бьют, но они очень техничные и правильно, он вкладывался, у меня голова болела, я не мог успеть прикинь. Нормально настучали. Надо ему отмесочку дать. Ну, нормально, это хорошее желание. Никитос, момент следующий. У тебя есть страховка? О-о-о, нет, страховка. Ну вот у тебя 2 поединка впереди. Ты авантюрист, конечно, я все понимаю, но да. Как быть со страховкой? А я, короче, пробовал сделать страховку. Очень проблематично, когда ты не в своей стране, замутить себе страховку. Вот такая, друзья, жизнь авантюриста. Никитос, мотобайк ты на сколько уже взял? Да не на сколько, на сутки. Я возьму по какой-то попроще, но на месяц. Но смотри, мне надо, получается, визаранить это 14 числа. И получается, что нет смысла, как бы, ну, как-то надо до этого времени, может... 14 марта? Да. Посуточно буду брать, когда на тренинге буду ездить. Ну, в принципе, каждый день надо ездить на тренинге. Короче, найду вариант, какой-то, может, цену хорошую. Никитос, у меня вопрос в следующем. Когда будет поединок? Это вообще пока неизвестно. Ну, что значит неизвестно? У тебя всего 2 месяца. Да. Просто если такие дела, то, ну, не понимаю просто смысл с этого всего. Ты должен 2 раза подраться. Ну да, я понимаю. Ты начал заниматься когда? Ну, неделю назад. Я же там пару дней за байком не ездил. Ну так, Никитос, ну, кого ты интересуешь? Я могу прийти и сказать, дайте мне бой. Вот так вот. Ну, к концу месяца тебе нужен бой. Ну, давайте, скажу. Да, то есть надо до конца марта подраться. Не вопрос, так и скажу. Следующий уже тренер, так и скажу. Да, скажи тренеру, что хочу выступить. Mm-hmm. Если он не сориентируется по этому вопросу, мы сориентируем его. И не вопрос. Так что, Никитос, ты тут не расслабляйся, тренируйся. Mm-hmm. А то что-то он 3 раза за неделю пошел, там дома бегаю, не бегаю. Я, конечно, понимаю, что ты мастер самоучка и так далее, Никитос. Но тема в следующем, что надо заниматься. Ну, как бы, тем более, когда ты в Аке занимаешься, ну, 3 раза спарринги. Ну, то есть за 3 тренировки это неплохо. Но, Никитос, условия есть условия, и ты должен их выполнять. Ну все, пожелаем тебе удачи, разбирайся. Что там, что тебе интересного было вообще? Расскажи, чем ты занимался? Так, вообще, было просто тренировки и бизнес. Слушай, ну ты бизнесмен вообще, я понял, конкретный. Ну, что там бизнесишь? Ну, я же рассказывал, что делаю фотосеты, короче. Если кому-то нужно, там, в Инстаграме, как бы улучшить свою страничку, мутим, все будет красиво. Будем иметь в виду. Иметь.
Никитос, как тебе впечатление после этого курса? Слушай, ну мне, во-первых, очень нравится, ну я-то могу получить здесь знания от тайцев, а кто-то там в СНГ живет, вот так вот тебе тайца живого привели, считаешь, что... и он тебе техники показывает, ну это крутая тема, и он тем более столько техник там показал. Ну вот согласись, что он реально много показал за это время, и много всего разного. Друзья, техники, вот за буквально вот этих полтора-два часа человек показывал, ну, наверное, фишек более 20. И техника разная, то есть в каждом уроке их будет 10. Много разного всего. То есть вы можете это все прорабатывать, но я уверен, что месяцами можно прорабатывать объем этого курса. Делается большая работа, поэтому смотрите ссылки в описании. Никитос, ну вот ты провел вот этих полтора часа, там два снимал. Как ты думаешь, ты для себя что-то взял, вот что-то тебе понравилось из этого? Там есть, вот мне понравилось, что он как вот фронт-кик объясняет. Типа не становитесь на носочек, потому что равновесие теряете. И он именно аргументирует, то есть как бы для того, чтобы это оспорить, нужно тоже набраться аргументов, столько опыта, как он получить в жизни в тайском боксе. Очень такой необычный у него подход. То есть я так понимаю, что у тебя через час тренировка, или ты на послеобеденную сегодня не пойдешь? Ты же на утренний не был, пойдешь? Да, я вообще на двух, еще ни разу не был на двух тренировок в один день. Видите, Волына там с Женьком пашут по две тренировки в день, бегают там и говорят, так, пацаны, обязательно бегать. А Никитос тут еще ни разу не был. Я расскажу. Короче, скажем так, в этот момент, когда пошел на пролом, у меня еще пошли дела в моих делах. Но это и есть на пролом. Вот когда у тебя получается что-то не пошло не по плану, и ты должен все равно выжимать из этого. То есть я вчера стоял 6 раундов по 6 минут с перерывом 30 секунд. И я, ну, был нормальный. С кем ты стоял? Сам. Ну, я работал, нарабатывал. Ну, Никитос, сам это сам. У тебя есть зал АКА, а ты, блин, сам. Так я в АКе был. Смотри, вот эти два дня, которые были у нас, я уже, по-моему, объяснял, там же я не мог ездить. Потом я начал ездить, ну да, какие-то дни получилось так, что пропустил еще, ну, как бы. Короче, 3 раза был за неделю, это мало. Буду ходить каждый день. Ну, сейчас, сегодня себе задание поставил, по-любому каждый день ходить на тренинг. Вот. Да не, нормально. Это я вам скажу, почему начал поставил себе такое задание. Я говорю, Никитос, когда бой, он что-то там не ясно. Что значит не ясно? Я говорю, Никитос, надо выполнять условия договора, надо проводить поединок в конце месяца. И пацан решил сделать. Нет, так ясно. И ты сразу решил с этого дня надо тренироваться каждый день, потому что скоро поединок. Смотивировал, да? Смотивировал Никитоса на раз-два. Нет предела совершенству, конечно, конечно. Мне хотелось бы сейчас иметь столько времени, как в первый раз, просыпаться с утра и там не вылазить из этого зала. Не, не с утра, с дня. Просыпаться с дня и не вылазить из этого зала целый день. Но сейчас такой возможности нет. Никитос, мне кажется, что ты начинаешь взрослеть, может. То есть у тебя, ты начинаешь понимать, что надо еще что-то делать, помимо ничества, например. Да, короче, ну просто каждый пацан должен формировать свою финансовую подушку. Я на самом деле сейчас этим и занимаюсь. Но это не мешает нормально зарубиться, пацаны. Я могу, ну, нормальный пацан может пиво выпить и пойти зарубиться. Почему мне после тренировок, ну, как бы, там, 3-недельных или 4-недельных не выйти, да и не зарубиться? Тем более, перчатки, перчатки, рефери и так далее. Ну, не убьют, нормально будет. Это то, что делаем на улице. Ну, давай, Никитос, удачи тебе, хорошей тренки. Да, хорошо. Давай. Ребят, ну, если вам интересно потренироваться в Таиланде, ссылки на спортуры в описании, электролиты, бальзамы, курсы обучения, капельница, травки, ссылки в описании. Лайкайте, комментируйте и подписывайтесь на канал. До скорых встреч.